Певица Максим впервые за долгое время после тяжелой аварии появилась на публике. 37-летняя певица пришла с подругой на хоккейный матч между «Спартак» и «Амур», который состоялся в Москве 26 сентября. Режиссер трансляции, заметив певицу на трибунах, вывел ее изображение на экран стадиона и включил трек «Знаешь ли ты». Песня давно стала неофициальным гимном болельщиков «Спартак», поэтому ее тут же начали подпевать присутствующие на стадионе фанаты. Судя по реакции певицы, ей была приятна поддержка нескольких сотен людей. Это был первый выход в свет певицы Максим после новости о ее болезни. В феврале 2020 года директор Максимовой Маргарита Соколова сообщила, что певица вынуждена приостановить музыкальную деятельность из-за травм, полученных в ДТП в 2019 году. Ей диагностировали частичную потерю памяти и многочисленные ушибы. Марина страдала из-за сильных головных болей. В ноябре 2019 года она появилась на премии «Золотой граммофон» и шокировала поклонников внешним видом. Их встревожило сильно опухшее лицо артиста. Максим заподозрили в гормональной терапии, а хейтеры вовсе обвинили поп-исполнительницу в алкогольной зависимости. Певица перестала появляться на публике и все время посвятила реабилитации в московской клинике после аварии и воспитанию дочерей. В марте она выписалась и продолжила амбулаторное лечение. Фанаты надеются, что в скором времени исполнительница хита «Знаешь ли ты» вернется на сцену.